Анонс и точка выхода 8 серии 2 сезона сериала «Жить жизнь». 8 серия сериала выйдет на видеосервисе «Старт» 24 октября. Ранее в сериале мы увидели, как, обманув саму смерть, Стас продолжает отправлять жизни других. Он хочет вырастить новую богинскую или вернуть старую. Аня – единственная стена между жаждущим мести людьми Гурама и пикап-клубом. Она ищет заказчика грандиозной подставы. Она находит шанс обрести свободу. Осталось сделать символический взнос. Виктор заставляет богинскую взглянуть на себя с неожиданной стороны. Почему она позволяет собой манипулировать и чем готова пожертвовать, чтобы обрести свободу? София не в лучшем положении. Стас все чаще сомневается в ее таланте. Нужно придумать, как его впечатлить. Пытаясь помочь новой знакомой, Аня забывает, что время на исходе, а встречи с лидером пикап-клуба могут быть истолкованы неверно. Так что подставил Гурама. 8 серия сериала выйдет в эфир 24 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.